Дорогие учителя! От лица детского благотворительного фонда «Право на любовь» желаю вам всем крепкого здоровья, сил и терпения. Передаю привет моему папе Макарову Сергею Васильевичу, преподавателю физики. Папа, ты супер! Передаю привет своей любимой учительнице Злобиной Надежде Геннадьевне. Вы супер! Передаю привет моей бабушке Ене Владимировне Макаровой. Она учительница в школе. Ты супер, бабушка. Спасибо учительнице музыки Курова Ганержановна. Вы супер! Ирина Валентиновна, вы лучше всех! От всей души хотела бы поблагодарить всех учителей за то, что вы с нами на карантине. Особенно хотела бы поблагодарить своего классного руководителя и учителя по истории. Марлен Маженович, вы супер! Здравствуйте! Я ученица 4 Б класса, Алина Багибаева. Я хочу передать привет моей любимой учительнице Надежде Геннадьевне Злобиной. Спасибо вам, что вы обучаете нас во время карантина. Здравствуйте. Я учусь в 6-й гимназии города Алматы. Хочу поблагодарить всех учителей за ваш огромный труд. Особенно я благодарна Гале Жолбасаровне и Кранову Марине Сергеевне. Во время карантина вы всегда были с нами. Спасибо вам огромное. Спасибо моему учителю, Тулебергеновой Нурбакше Амирбековне. Здравствуйте, меня зовут Тимур. Я учусь в гимназии номер 56. Хочу поблагодарить своего классного руководителя Лилию Фаниловну за то, что она дает нам знания во время карантина. Спасибо вам за ваш труд и терпение. Желаю вам здоровья. Здравствуйте, я Арашкевич Давид. Ученик школы-гимназии номер 110, в которой преподает Масимова Зульфия Махмудовна. И я ей хочу выразить огромную благодарность за ее терпение и труд в эти дни. Здравствуйте, меня зовут Арашкевич Лана. Я ученица школы-гимназии номер 110. Хочу сказать спасибо своему классному руководителю, учителю математики Тельгазилы Рискуль Расхановны. Спасибо за ваши знания и поддержку в эти дни. Здравствуйте, меня зовут Арашкевич Адам. Я учусь в садике 101. И хочу поблагодарить свою учительницу Лену Олеговну. Она красная. Здравствуйте, Рискуль Расхановна. Спасибо вам за то, что вы такое трудное время во время карантина находитесь с нами. Спасибо. Здравствуйте, Регина Канатовна. Спасибо вам за то, что вы были рядом с нами в тяжелое время во время карантина. Передаю привет моей классной руководительнице школы номер 57 Аиде Рекимбековне. Мы вас любим. Спасибо то, что вы с нами во время карантина. Передаю привет своей классной руководительнице школы номер 57. Жадре Махабатовне, спасибо, то, что вы с нами во время карантина. Передаю привет моей учительнице Аиде Рекимбековне. Вы супер, спасибо, что вы с нами во время карантина. Я хочу сказать огромное спасибо нашему классному руководителю Сауле Кусаиновне. Спасибо, что вы нам помогаете, учите. Если мы что-то не поймем, так вы сразу поможете или подскажете. Спасибо вам большое. Передаю привет моей любимой учительнице из 96-й школы Анжела Викторовна. Вы супер! Здравствуйте, меня зовут Рамина. Я учитель 10-й школы гимназии, и я хочу передать привет своей классной руководительнице и учителю по математике Рискуль Расхановне. Рискуль Расхановна, передаю вам привет и говорю вам огромное спасибо за ваш труд. Мы вас очень ценим. Спасибо всем учителям за то, что учат нас. И несмотря на то, что сейчас карантин, они дают нам знания. Хочу сказать спасибо всем учителям школы номер 95. А также выражаю отдельную благодарность
нашему классному руководителю Марлену Маженовичу. Спасибо вам за то, что вы с нами в такое трудное время. Комите Игембаева Салтанат Апай. Сыз жақсы мұғалім ұмсыз. Біз сізге сізді жақсы көреміз. В школе гимназии города Алматы преподает слесарь Уткина Елена Александровна. Елена Александровна, вы супер! Здравствуйте, меня зовут Кира, я из детского фонда «Право на любовь». Я хочу рассказать про моего самого любимого учителя. Мой любимый учитель – это мама, потому что она меня всегда поймет, поддерживает и много чему научила. Спасибо за внимание. Здравствуйте! Меня зовут Зита Воробина. Я занимаюсь театральной мастерской под руководством Макаровой Марии Сергеевны. Мария Сергеевна, я бы хотела поблагодарить вас и высказать слова благодарности. Спасибо вам огромное за ваш большой труд и за вашу поддержку. Мы вас все очень любим. Мария Сергеевна, от всей души я вас благодарю за вашу бескорыстную работу в детском театре фонда «Право на любовь». Спасибо вам за теплоту и доброту. Здравствуйте! Мы семья Арашкевич! Воспитанники фонда «Право на любовь»! Актеры театральной мастерской Марии Макаровой! Мы хотим выразить вам огромную благодарность за ваше терпение и труд и огромное человеческое сердце! Мы вас любим!